На территории Московской области проводится месячник профилактики туберкулеза. В этом году все мероприятия проводятся под девизом «Да, мы можем ликвидировать туберкулез». Флюорографические осмотры в Подмосковье регулярно проходит около 70% взрослого населения. Среди детей эта цифра равна 95%. Показатель заболеваемости в Ленинском городском округе составил 7 случаев на 100 тысяч населения. В 2024 году все мероприятия будут приурочены к 120-летию со дня основания Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера и будут проходить до 24 апреля.